Всем привет, дорогие друзья, с вами Клауд, и мы продолжаем играть в Game Day Tycoon. Есть такая игра, прикиньте. Так, ну, не знаю, что делать-то особо осталось, только закачивать моих чуваков. Майнкрафт 50 миллионов принес дохода, но там разработка денег стоила. 10 миллионов всего лишь, так что нормально. Нам нужно сделать... Skyrim дополнение, я так понимаю, уже более крутое не сделаешь, поэтому будет только хуже. Поэтому либо игру закрывать, либо делать новую игру. А давайте сделаем еще одну онлайн-игру. У меня вот такая идея есть. Большую мы сделаем, да? Или среднюю, или маленькую. Давайте маленькую попробуем. Маленькую ММО. А, нельзя, надо только большую. Большая ММО, какой-нибудь клевой тематикой, я не знаю, чем можно еще придумать, но... Скажем, какая может быть еще ММО? ММО, тюрьма? Так, ну, скажем, пускай будет... ММО про пиратов в жанре приключения. В жанре приключения. Обзовем ее «Пираты Адского моря». Платформа, конечно же, PC. Движок, конечно же, максимальный. И мы сделаем по-хитрому, мы начнем делать сначала с фиговой графикой. Ну как с фиговой, тоже нормально. Но потихоньку, чтобы дополнение можно было пускать. То есть сначала сделаем такую небольшую, интересную игру. Чтобы, ну не самую крутую, чтобы потом можно было бы улучшать эту игру. Так, надо вспоминать движок сюда. На геймплее ты. Или ты, неважно, то есть на истории. Пускай вот это будет наоборот. А, там дизайн на уровне. Не, надо тебя. Блин. Че, придется, короче, вот так делать. Ничего, как на истории Миямото, да? Ну шо, а что поделать? Придется делать именно так. У нас команда вообще из 7 человек. Ну ладно, хотя критерий 9. Что не поделаешь. Так, все выключаем. У нас приключение пирата, значит, у нас должна быть история квеста неплохо. Движок неплохой должен быть, ну такой средний. Упор, наверное, на историю квеста сделали, на геймплей. Разветвленный сюжет, конечно, пускай будет простые кат-сцены. Видео, полнометражное видео. У нас какое-то другое видео есть. Пускай будет полнометражное. Интерактивные истории. Так, интерактивные квесты. Интерактивная история. Нет, просто сюжет разветвленный. Интерактивную историю мы сделаем потом. Нормально. Движок. Сохранение, да. Видеоролики, да. Базовая физика, да. Грамм в онлайне, да. Расширенные, нет. Сохранение в облаке, нет. Поддержка модов, да, сразу пускай будет. Хотя не будет пускай сразу. Так, нормально. И геймплей. Мышь, чойстик, прям геймпад, руль выключаем, достижение, да, персонаж, да, дерево мини-брик, хотя игру уберем. Начнем с такого. Маркетинг, во-первых, нужен. Делаем большой, дорогой маркетинг. Давайте, работайте, мои рабы. Делаем наикрутейшую ММОшку из всех возможных. Так, диалоги. Конечно же ты. Дизайн уровней, конечно же ты. Интеллект, у нас тоже есть специальный человек. Делаем неплохой интеллект, дизайн уровней. Диалоги, может все на среднем? Все нужно, в принципе. В ММО приключения пират. Ладно, диалоги чуть... Сэкономим на диалогах немножко. Дизайн уровней, интеллект на одном уровне сделаем.
Да-да-да, озвучка. И лучше на язык тела. Ну, такую ты мамушку сделаем, нормально будет. Нет, да-да. Динамическое окружение, пускай будет просто. Ну и все максимум, кроме последнего. Поехали. Я делал специально не сильно крутую, чтобы потом можно было быть дополнение, оно было успешным. Ну, как-то так. Но работают люди хорошо. Стенд на Г3 самый большой. 3 миллиона фанатов. Круто. Ну как, денежки все потратились? Интересно, куда? Так, 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 так. Дизайн мира. Я. Графика. Нет никого, скоро появится. И на звуке у нас тоже нет никого. Тебе на звук, на графику нам нужен вообще такой. Тебя посадим. Нам нужен универсал. А, это не универсал. Нет, нам нужен универсал. Универсал. Ну, не знаю. Ну, Миямото посадим тогда на универсал. Стерео берем. Та-та-та-та. Саундтрек. Объемный звук, да. Да-да-да. Открытый мир. Экономика, да. Погоду уберем. Динамичный мир уберем. Богатый пистолет оставим. Так, у нас упор будет на что? Звук не сильно крутой. Ну, где-то вот как-то вот так, наверное. Я не знаю, но я надеюсь, что прокатит просто. Но я знаю, что вы соскучились по Game Dev Tycoon. Надеюсь, вам понравится эта серия. Хотя, по сути, тут ни о чем. Уже нечего делать, на самом деле-то. Пираты Адского моря. Крутая игрушка. Что тут сказать? Отлично. Ажиотаж высокий, все класс. Ажиотаж растет вообще. Так, давайте, ребята, ускоряемся. Давайте, не сидим, не сидим, не сидим. Баги исправляем. Так, ну, все. Я вот не могу понять по Скайриму. Как мы там вообще идем? Нормально, ненормально? Где мой Скайрим? Да что ты херомый? Короче, игра уже жила себя. Придется закрывать, короче. Закрываем Скайрим. Фанаты сейчас обидятся, конечно. Сколько фанатов уйдет, интересно. Скайрим 4 миллиарда 700, но он мне обожался 4 миллиарда 700 фактически. То есть прибыли там не было, но купил за 2 миллиона дофига. Чини, блин, почти 5 лет была игра. Продана, мы не советуем. Мы не совсем понимаем, почему закрыли решение продажи. Какой доход там, смешно было. Сколько фанатов сбежали, интересно. Мы делаем крутую новую игру, так что пускай не плачется. Ребят, что-то вы медленно баги справляете. Давайте быстрее. Кстати, тебя, мужик, надо давно уже в этот... В графику, по-моему, я хотел тебе, да? Графики никого нету. Да, ты у нас графика. Ну все, осталось последнюю девушку, нашу Бишоп, Этель Бишоп, обучить. Звука, например, да? Звука нету? Нету, да. Во что ее качать, теперь вопрос. Что мне нужно еще? Геймплей-движок, геймплей есть? Движок я видел, был. Геймплея нету, в геймплей будем качать тебя, все. Маркетинг? Нет, нет. Так, тренировка. Что нужно для геймплея? Для геймплея нужно тебя было качать. Блин, геймплей нужно, оказывается, в дизайн качать. Офигеть. Тогда что другое? Будем звук качать, что ли? Ну, можно еще понимать, будем тебе сначала дизайн.
Нормально. Ой, баги уже все исправили. Все, завершаем. В тренде, отлично. Отлично. Куча всяких фишек. Зарплата, да? Да неужели успешная игра будет? Не верю в это. Офигеть. Я ожидал, что игра будет неуспешной. Но я не думал, что будет девятки. Даже, ну, вот это будет восьмерка. Ну, это круто. Это круто. Так, отправить в отпуск. Знаете, что я сделаю, да? Я тебя нафиг уволю. Да пошла ты. И мне нужно, кто по тренировкам нужен? Вы же все прокачаны, не посмотришь, что ли? Ну там был дизайн, я помню. Бюджет в 2 миллиона, мне нужен по дизайну. Шоурил. Не знаю, что значит все три вещи, но пускай будут. Так, лаборатория, чё спишь? Поехали. Давай тоже в отпуск валите. Пока делать вам нечего. Так, смотрите, ну пираты адского моря, мух, молодцы, хорошо. Так, дизайн технологий неплох. Нам нужно что-то поинтереснее. Уровнем выжить люди есть? Нету. Ну вот он сбалансированный, более-менее. Давайте возьмем до его. И докачаем ему. Маркус Тран берем. Главное, сразу надо в отпуск отправлять, что ли? Или что? Что с ним? Маркус Тран. Ты что, транс, что ли, у нас какой-то? Так, тренировка. А, для новых сотрудников. Поехали. Почему я могу в отпуск? Или он... Странно. Ладно. Может, игра глючит? Так, пираты адского моря. Давайте посмотрим по. ММОшка в плюсе. Это хорошо. Но мы пока сделаем какое-нибудь дополнение. Точнее, продолжение. Чем-нибудь старого возьмем. Старый какой-нибудь. Самый перестарый. Ну, скажем, я не знаю. Слендер какой-то был не очень удачный. Давайте слендера прокачаем. Большую. Хоррор, приключение. Хоррор, да, останется. Приключение. Или может сказать, что хоррор. Ну, приключение, в принципе. Да, пускай останется, все правильно. Просто я сейчас немножко перекачаю правильное русло, и все будет нормально. Так, только мы на Cloud System выпустим, конечно же, и на нашем крутом движке. Слендер. Против. Ватсона. Большая игра, пускай будет, да, нормально. Хоррор, приключения, Cloud System, отлично. Давайте даже 7 уровня графику, что там уже. Так, ты что сидишь? Так, почему тебя нельзя прокачать? Ну ладно, по-любому случае качаем на дизайн сначала, чувак. Дизайн. Так, хоррор приключения, соответственно, история квеста, ну, крутой, геймплей, движок, ну, примерно как-то так. Так, движок, ты на геймплее. На геймплее, кажется, должно быть именно Маркуса посадим. На историю квесты. Кого же засунуть-то? Давай тебя уж, ладно, хрен с ним. И может местами поменять? Давай ты сюда, а Маркус сюда. Так, улучшенные катсцены, моральный выбор берем, активная история, захватывающая история, вот так даже сделаем сразу, в продолжение, да, физика крутая, логи, моды, конечно,
все в максимум. Геймплей на-на-на, мышку берем на геймпаде. Да, пускай будет мышка. Корпоративная игра, шлем виртуальной реальности. Хоррор-приключения. Ну, пускай будет еще вот это тоже, в принципе. Поехали. Ребята, давайте... Блин, я не хочу улицы! Пронесло. Эй, маркетинг, маркетинг, ты куда? Давай, не малую компанию сделаем. Хватит уже больше компании, это проект не А-класс, так что не будем. Я вот что-то не понял, это же вроде нас ММОшка, а показывает, что вроде как не ММОшка. Странно. Диалоги, конечно же ты, дизайн уровней, конечно же ты, интеллект, конечно же ты, но нам интеллект здесь не нужен сильно. Дизайн уровней и диалоги тоже сильно не нужны. Вот так сделаем. Да, нормально. Нормально. Тут все нормально, в принципе. Хотя можно взять. Ну, хотя давайте лучше возьмем. Мало ли там что. Сами звезд даже сделаем. Какие звезды, блин? Слендер, Ватсон. Хотя Ватсон это же звезда. Берем звезду. Так и быть. Да, все в максимум качаем. Да. Все вроде в порядке. Так, я хочу посмотреть, почему... Это же ММО, почему оно не... Подождите, пишут ММО или не пишут? Это тоже не пишут, что это ММО. Но у меня это ММО, я же знаю, что я делал. Давай, ребята, работаем. Отлично, стерео 3D, конечно, стерео 3D. Так, звук у меня никого нету. Дизайн мира, кто-то я, дизайн мира. Графика, Миямото. И на звук тут надо нас балансера поставить, на звук тут не то, что техника. А балансеров у нас, ну, только если вот этот. А нормально он укладывается. В хоррорах крутой звук, мне кажется, должен быть. Дизайн и графика чуть хуже. Тут все нормально. Динамический мир сделаем и погоду максимум закачаем. Почему нет? Давай, жги. Слендер, я в тебя верю. Давай. Отлично. Как раз вовремя. Так, у нас один только Мигиро Миямото. Или как-то Магамото. Ладно, иди в отпуск уже сразу. Ускоряйся на отпуске. Так, наша выставка у нас рекламируется Слендер vs. Ватсон плюс Пираты Адского моря. И почти 3 миллиона. Неплохо. Ребята, давайте все быстренько баги проверим. Ажиотаж просто необыкновенный, должна помочь. Обслуживание, ну, в плюсе пока идет. По-моему, это успешная получилась игра. Хотя, не, ну не пока лучше смотрится, чем, по крайней мере, по плюсам, потому что Skyrim там в конце вообще ничего не приносил. Там больше на обслуживание уходил. Эй, баг не справили один, ну ладно, пускай. Здесь поправят. Так, ты у нас, а не ты. Четвертый уровень, да? Давай дальше дизайн фигачу. Приключения, у меня как раз вышла игра. Я вас... Черт! Хотя бы шестерочку, пожалуйста.
по связи, спасибо. Вот, троечка будет. Пятерочка, слава богу. Не, ну, крепкий среднячок, скажем так. Нормально, нормально. В среднем 5 баллов, наверное, да? В среднем 5 баллов, да. Я угадал. Да-да-да, продолжение. Отзывы были неплохими. Так, ну, продается, денежки приносит. Самое главное, больше чего от игры не требуется, в принципе, правильно? Надо нам потихоньку новую систему запускать, потому что эта система, по-моему, мне уже... Cloud System, сколько продается? И... Ну, денег уже не приносит, то есть я на обслуживание трачу гораздо больше, чем она приносит. Давайте снимем с рынка. Сегодня компания сняла с производства наша компания Cloud System. Была третью консоль основной компании. Так, что сидим, ребят? Давайте тренируемся. Найти работу по контракту. Вперед. Ты тренируйся. По дизайну 5 миллионов. Давай, специалист по дизайну. Хорошо. Отлично. По контракту. Так, ну такая вот у нас получилась странная серия. Мы уволили, прокачали. Ну и что делать-то? Я же говорил, дальше будет просто тупняк. Сам по себе ничего, в принципе, интересного уже-то не осталось. Ну, просто будем жить. Ну, будем снимать, пока вам это интересно, как говорится. Я не против. Так, Маркус Трен. Давай еще дизайн. Занят там уровня после 7-го, наверное, какой-то уровень, чувак. 10-го. То есть, наверное, после 7-го так и можно будет специализацию выбрать, я подозреваю. Ну, накачаем, чувака, что делать сейчас. Накачаем. Еще не 100 раз накачивали. Так, ребята, ускоряемся, что-то слишком много тут. Надо делать быстрее, 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 быстрее. Слендеров с Ватсон нет продажи. Было продано 3 миллиона копий, доход 43 миллиона баксов. А расходы были там небольшие, мне кажется. Ну да, плюсик. Ну, слабенький плюсик. Прикиньте, мы не успеем, походу. Один отдыхал, не успели. Давай, ребят, давай, 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 ребят. На технологию все, давайте. Вы же специалисты у меня все тут. Хреновые. Программир немножко подкачаю. Отлично. Ну и на этом я предлагаю закончить. Вот такая вот получилась серия. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Клауд. Пока.